Подпись, рукопожатие, совместные планы. Соглашение о помощи малому и среднему бизнесу Ульяновской области подписано. Предпосылки к этому появились на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Региональный гарантийный фонд будет выступать поручителем в случае недостатка займов от Фонда развития промышленности. Речь о сумме до 25 миллионов рублей предприятиям, которые претендуют на льготное финансирование от ФРП. У наших представителей малого и среднего бизнеса очень много заявок на получение кредитов для организации своих производств. Но зачастую не хватает залоговой базы, поэтому коммерческие банки они не могут предоставить такие кредиты без предоставления со стороны заемщика залога. Вот. Эту функцию как раз у нас в регионе выполняет гарантийный фонд Ульяновской области. За время работы гарантийного фонда удалось сохранить больше 22 тысяч рабочих мест и создать 3270 новых. В этом году фонд заключил договора поручительства на сумму 308 миллионов рублей, что позволит субъектам малого и среднего предпринимательства привлечь 1,5 миллиарда рублей заемных средств на реализацию проектов в регионе. Фонд развития промышленности предоставляет займы предприятиям на реализацию инвестиционных проектов в сумме от 5 миллионов, теперь уже до 5 миллиардов рублей, сроком до 10 лет, под 3 либо 1% годовых. Первых 3 года платить основной долг нет необходимости. Мы ждем, когда предприятие построит свое производство и с выходом на серийный выпуск начнем гасить основной долг. Займы целевые, идут на создание нового продукта или производства. Таковых на сегодняшний день 8. Алексей Русских заявил, за таким сотрудничеством большое будущее. Соглашение даст нашим представителям среднего и малого бизнеса реализовывать начатые проекты, увеличивать производительность труда, работать по программам импортозамещения. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда ТВ.